Отец. Шестикратный номинант на премию «Оскар». Пронзительная драма об обманчивой памяти с выдающейся ролью Энтони Хопкинса. Папа, о чем ты говоришь? И она переехала ко мне вместе с этим мужчиной. Из-за ослабевающих когнитивных способностей некогда волевой, уравновешенный, жизнерадостный и независимый человек сильно изменился, стал упрямым и агрессивным. Осталась лишь привычка полагаться только на себя. Я не знаю, что она задумала против меня, но она точно что-то задумала. Я хочу помочь тебе. Зачем? У меня все отлично, Энн. Старик уверен, что сможет со своими проблемами справиться без посторонней помощи. Но в динамике, ускользающей от него реальности, в цепочке дезориентирующих событий есть нечто зловещее. Родная дочь начинает казаться ему другим человеком, мебель в комнате внезапно меняет расстановку, пропадают часы, которыми он очень дорожит. Где картина? Какая картина? Поверьте, здесь происходит что-то странное. Кто видел мои часы? Их украли? Нет, конечно. Как это нет, конечно? В проблесках между приступами деменции Энтони понимает, что живет в каком-то странном и пугающем мире. Попытки осмыслить происходящее приносят лишь замешательство и отчаяние. Вместе с главным героем фильма начинают путаться в происходящем и зрители. Это происходит уже давно. Это я! Энн! Вокруг нас происходит что-то странное. Что за ерунда? Где Энн? В каком смысле? Ну где она? Я здесь. Дополнительные подробности о фильме в описании к видеоролику.